наблюдается дефицит движения. Прежние хиты уже не заводят. Требуется срочная реанимация. Диджей Север. Программа «Электрошок». Электронные музыкальные темы, оживившие мир. А также встречи с самыми модными диджеями Европы, Америки и России. Каждое воскресенье в 9 вечера по Москве. Диджей Север в авторской оживляющей программе «Электрошок» на радио «Максимум». Добрый вечер, дамы и господа меломаны. Продолжает свою работу радио «Максимум» в студии ближайшие 2 часа Руслан Север. Каждый воскресный вечер ровно в 9 появляюсь в студии в рамках специального музыкального проекта радиостанции, именуемого «Электрошок». Итак, только лучшая популярная танцевальная музыка звучит здесь. Гость программы Джеймс Забелла, английский диск-жокей, входящий в элиту мирового диджеинга. Более подробно о планах первого часа, после работы которой открывает как новый эфирный час, так и первую ее рубрику «Интромикс». Исключительно новинки хаус-сцены кручу ближайшие 30 минут. А на этой неделе в продаже появилась работа от Дэвид Пэна и Питера Гелдерброма, которая уже звучит на максимум, а сразу после о планах радиошоу. Only on Radio Maximum. Go.
Шайки. Это электрошок-шоу. Каждое воскресенье только на максимум с 9 вечера. Звучит лучшая популярная танцевальная музыка здесь. Прежде чем представить вам следующую работу, выполню свое обещание и расскажу о планах программы на ближайший час. Итак, по сложившейся за год традиции, программу открывает интермикс, в котором кручу новые хаос-релизы, преимущественно вышедшие на этой неделе. Также в этом часе в эфир выйдет хат-микс, примерно минут через 20-25 это случится. Принес две отличные работы, забегу вперед и скажу, что одна из них принадлежит проекту «Прида». А новости танцевальной индустрии рубрика «Music Like All Times» завершат, но только первый час программы. С вами диджей Север. Далее ремикс от хорошего друга программы, британца Дина Рамиреса, на трек «Keep on Jumping» от Lisa Marie Experience. Это его второй ремикс на этот трек. Первый был записан 10 лет назад. История повторяется. Диджей Север. We'll be right back.
максимум современной популярной танцевальной музыки звучит в электрошоке. Товарищи, сегодня не поднимал тему нашего общения в интернете, однако вижу в ICQ большое количество сообщений, поступивших явно не из списка. По мере возможности буду отвечать на ваши вопросы. Мой номер 126-513-340. Также напомню интернетаризированным слушателям электрошока, что в Рунете размещен архив радиошоу в формате MP3. Ссылку на него вы найдете в разделе «Программы» на сайте maximum.ru. Кстати, там же вы найдете ссылку и на плейлисты. Вроде с вопросами, связанными с сетью, разобрались, поэтому я возвращаюсь к теме музыки, свожу следующую работу. Это снова ремикс, на этот раз от Planet Funk на легендарную тему «Chase the Sun». DJ Seven. We'll be right back.
каждое воскресенье с 9 вечера по Москве в эфире «Радио Максимум» звучит лучшая популярная танцевальная музыка в специальном музыкальном проекте «Электрошок». В студии я, диджей Север, и позади ремикс от Planet Funk на «The Chase the Sun». Работа вышла во вторник, и поэтому у меня была возможность протестировать ее в клубах. Трек работает. А следующая работа также успешно прошла пробы в клубах. И еще один ремикс. На этот раз на песню «Couldn't Love You More» проекта «The Factory» от, пожалуй, самого популярного хаус-музыканта Голландии Фиделя Гранда. В «Электрошоке» на «Максимум». Shake.
The Factory записывают трек Couldn't Love You More. Оригинальной версии предпочел ремикс от Фиделя Гранда, который звучал последние 5 минут в вечернем эфире Радио Максимум. Впереди реклама и новый раздел Hot Mix. И еще не забудьте, в следующем часе программы у вас есть уникальная возможность прослушать микс и интервью от человека, входящего в элиту мирового диджеинга, англичанина Джеймса Забелла, специального гостя программы сегодня. DJ Savior presents Electroshock on Maximum. This week's Hot Mix. Don't get it twisted. It's Electroshock. Еще раз желаю доброго вечера. Ваши приемники на частоте Максимум. И каждый воскресный вечер с 9 часов по Москве в студии радиостанции я, Руслан Север. Если вы первый раз попали на территорию моего радиошоу, то посвящу вас в некоторые детали этого проекта. Ваш покорный слуга, чей голос вы слышите сейчас, является диск-жокеем и музыкантом и работает 12 лет на танцевальных площадках Отечества. А электрошок-шоу на Радио Максимум как конечный результат этой деятельности. Только лучшая современная танцевальная музыка, последние ее тенденции, миксы от гостей программы, топ-диджеев и музыкантов, сотрясающих многотысячные пати по всей планете, позволяют вам быть в курсе танцевальных дел. Добро пожаловать на электрошок-шоу. Я же перехожу к следующему разделу программы Hot Mix. Здесь кручу только боевики танцплощадок. Первая работа уже крутится. Комментарий через 5 минут.
Этот трек открыл Hot Mix, раздел, в котором звучат те композиции, которые, собственно говоря, заставляют людей поднимать руки вверх на танцплощадках. Крутил новую работу, а от проекта известного в музыкальном мире шведа Эрика Прайдза. Стоит отметить, что Эрик неплохо потрудился за отчетный период, его треки усердно крутятся на многих радиостанциях мира, а клипы на телеканалах. Данная работа вышла на его собственном одноименном лейбле. Это максимум лучшей танцевальной музыки в электрошоке в специальном музыкальном проекте радиостанции. В подтверждение своих слов свожу следующую пластинку от английской группы Express 2 «Witch Tie 2».
126-513-340. Эти 9 цифр являются моим персональным номером в ICQ. Именно таким образом я общаюсь с вами, радиослушатели. Это территория электрошока. Она ограничена 2 часами воскресного эфира на радио «Максимум» с 9 вечера. В студии Руслан Север. Плейлисты программы, естественно, на сайте радио по адресу maximum.ru. В разделе программы кликайте на «Электрошок». Кстати, там же вы обнаружите все необходимые ссылки, в том числе и на архив программы. Прямо сейчас вы можете скачать все выпуски «Электрошока» в формате MP3, вышедшие в эфир в этом году. Я перехожу к новостям танцевальной индустрии сразу после рекламы. Только воскресенье и только на радио «Максимум» вы слушаете «Электрошок-шоу». Программу продолжают новости. Ежегодный фестиваль «Муток» стабильно проходит в Монреале с 2000 года. И год 2007, слава богу, не исключение. На протяжении 5 дней в конце мая более 100 артистов соберутся для участия в 5 разных местах, объединенных одним фестивалем. Посвященные знают, к чему готовятся, а новички обязательно будут поражены. Программа 30 мая обрадует самых искушенных гостей. Клинке будет искажать пространство звуком. Борис и Брэдж Дебейкеры выступят как ротор с аудиовизуальной инсталляцией, которая бросает вызов всем традиционным понятиям кинематографии. А All Aim будет играть танцевальную музыку, созданную из совершенно детских сэмплов. 31 мая будет даб. Шекельтон и Code9 детально представят лондонскую даб-сцену. Вдохновитель лейблов Basic Channel и Barrel Mix Маурицио побалуют слушателей своим проектом Rhythm and Sound, одновременно демонстрируя, как пересекаются основные принципы даба и техно. Эйден Бейкер ведет слушателей в оцепенение 1 июня. Он сыграет свой многослойный и полный лупов электронный сет. Позже этой ночью The Mole из Монреаля порвет клуб своим минимал-фанком и странным диском. А вслед за ним появится замечательное трио Cobblestone Jazz лейбла Wagon Repair. Затем, 2 июня, качать танцпол будет совершенно новый артист лейбла Minus, Ambivalent и суперзвезды берлинского микрохауса Mai-Mai. Наконец, гости имеют шанс окунуться в жесткое техно от Audion 3 июня в программе «Психоделик» и прогрессив техно. Джесси Самфе и минимал удар от Head Trope и извечно популярный и чудесно слаженный дуэт Wagnomi Brothers. Итак, Муток стартует 30 мая 2007 года в Монреале. Популярному берлинскому лейблу Get Physical в этом году исполняется 5 лет, и, как подобает имениннику, закатывается масштабная гулянка, да и выпускается двойной компакт-диск, отмечающий лучшие моменты существования этой рекорд-компании. Хаус-лейбл Get Physical был основан Томасом Кохомом, он же DJ T, он же главный редактор журнала Groove, дуэтами Мэнди и Бука Шейд с целью выпускать самих себя и музыку своих друзей. И просто приятных личностей. С таким подходом к делу не мудрено было нарваться на всеобщую популярность, что и случилось. Когда весь танцевальный мир помешался на словах «Берлин» и «Минимал», музыка, выходящая под маркой этого лейбла, всегда была проста, понятна, лирична и доступна танцующим массам. И вот по прошествии 5 славных лет подводится итог двойным компакт-диском с предсказуемым названием «Five Years of Get Physical». На этих двух компакт-дисках разместились ремиксы на артистов лейбла, сделанные другими известными музыкантами, вроде Мэтью Херберта, Моби, Себастьяна Телье, Hot Chip, Декста, Генриха Шварца и некоторых иных. На втором же диске нашли себе пристанище ранее нигде не издававшиеся треки, тех музыкантов, имена которых плотно связаны с лейблом Get Physical. Компакт-диск выходит в свет 11 июня, и этот релиз будет сопровождаться европейским турне, которое, судя по всему, нашу страну не затронет. Ройшан Мерфи, голос электронного дуэта «Молоко», возвращается с новым альбомом. Новая пластинка, которая пока не имеет названия, увидит свет осенью 2007 года. Это будет интригующий микс из танцевальной электроники
электроники, соула, мрачного фанка и текстов, которые не просто понять с первого раза. Свой новый альбом Ройшин полностью написала и спродюсировала сама, уже без помощи Мэтью Херберта, который помог ей с дебютной пластинкой. Первый сингл называется «Are the Powered», и в его записи приняли участие Сейджи и группа «Bugs in the Attic», а смикшировал трек Том Элмхерст, работавший с Roy Xop и Grace Jones. Ройшин всегда удавалось совместить в себе артистический талант, умение удивить публику своими сценическими образами и, конечно, голосом, который узнается с первого вздоха. Далее некоторые новости от «Электрошока». Полным ходом идет подготовка лейбла программы «Шок». За последнее время в программу приходит большое количество интересного демо-материала, который прокручивается в рубрике «Made in Russia». Теперь у молодых музыкантов появится возможность выпускаться за пределами Отечества на новом российском лейбле «Шок Рекордс». К работе компания приступит в июле месяце. «Электрошок» 27 мая в эфир выйдет в повторе. Один из лучших выпусков за 2007 год снова выйдет в эфир. Причина банальна, я отправляюсь в отпуск. Это все новости в «Электрошок Шоу» на данный час. Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old times. А «Электрошок-шоу» на Радио Максимум продолжает раздел Music Like Old Times. Только в этой рубрике представляю работы дней минувших. Сегодня принес трек от проекта TDA. Пластинка записана в конце 2003 года. И трек называется Smoked Out. С вами Север. Встретимся в начале следующего часа. Ровно через 5 минут для вас начинает играть специальный гость программы Джеймс Абелла. Thank you.
Движение. Прежние хиты уже не заводят. Требуется срочная реанимация. Диджей Север. Программа «Электрошок». Электронные музыкальные темы, оживившие мир. А также встречи с самыми модными диджеями Европы, Америки и России. Каждое воскресенье в 9 вечера по Москве. Диджей Север. В авторской оживляющей программе «Электрошок». На радио «Максимум». В Москве за 10 вечера. Ваши приемники на частоте радио «Максимум», в студии диджея Руслан Север. Здравствуйте, друзья. Далее в «Электрошоке» слушаем специальный микс, записанный Джеймсом Забеллой, одним из участников проекта «One Plus One». В прошлом году Джеймс получил 13 место в мировом рейтинге диск «Жокеев планеты». Его техника игры просто фантастическая. Музыка в сетах свежая и интересна, что вы сможете, в принципе, оценить и сами. Прямо сейчас. Слушаем микс, записанный для слушателей «Радио Максимум» Джеймсом Забелло. Yeah.
Hi, this is Paolo Mojo. Hi, this is Yusef. Hi, this is Carl Norrie. Hi, this is Martijn de Velde. You're listening to DJ Saber on Electroshock on Maximum FM. We'll be right back.
Music. Only on Radio Maximum. Hi, this is Martijn de Velde. You're listening to DJ Saber on Electroshock on Maximum FM. Thank you.
каждое воскресенье с 9 вечера на максимум звучит лучшая современная популярная танцевальная музыка. Для вас играю ее я и мои гости. Так, в настоящий момент вы слушаете микс, записанный специально для российских слушателей, английской звездой Джеймсом Забелло. Через 15 минут Джеймс напрямую из Лондона отвечает на мои вопросы в эфире «Радио Максимум». Также я с вами общаюсь в ICQ по номеру 126-513-340. Подходите, стучитесь. Thank you.
Electric Shock. Shock. Thank you.
this is Mark Mendez. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Tom Novi. Hi, this is Martijn in the Velde. You're listening to DJ Saber on Electroshock on Maximum FM. Каждое воскресенье с 9 вечера в эфире «Радио Максимум» крутится лучшая современная танцевальная музыка в «Электрошок-шоу». В студии диджея Руслан Север, и вместе с вами последние полчаса слушал специально записанный микс для радиошоу гостем программы, участником проекта «One Plus One» Джеймсом Забелло. Сразу после рекламы Джеймс в эфире «Радио Максимум» отвечает на мои вопросы. DJ brings vibes to rock your body. This week's special guest. Electroshock, Maximum. Well, to make a deliberate attempt to plunge this world into war, using equipment and techniques not even developed on Earth. В «Электрошоке» на «Радио Максимум» последние 30 минут вы могли слышать микс, записанный специально для российских слушателей, английским диск-жокеем Джеймсом Забелло. Напомню, по итогам 2005 года он занял 15 место в мировом рейтинге диск-жокеев, а в прошлом году 13. В свои 26 лет он может считаться одним из лучших диск-жокеев планеты. А все начиналось в 2001 году, когда Питтонг подался на уговоры и возникшую шумиху вокруг крайне талантливого молодого диджея Джеймса Забеллы. И отдал ему на откуп 2 часа весьма респектабельного шоу Essential Mix. Многим понравилось, кто-то купился на то, что парня стал протежировать английский суперстар диджей Саша, кто-то был удивлен техническим подходом мальца к делу, а кто-то просто хорошей музыкой. Одним словом, с тех пор у Забеллы карьера растет. О том, как дела обстоят у него сейчас, постараюсь узнать через мгновение. Джеймс на телефонной связи со студией «Радио Максимум». Я его приветствую. Hi, James. How's going? Как ты? Спасибо, все хорошо. James, Слушай, первый вопрос. Ты стал популярным в очень юном возрасте. Как объяснишь свой успех? I don't know, really. Just kind of happened. Я не знаю, мне просто повезло. Нужные люди услышали мою музыку и просто подарили мне шанс. Я думаю, этот вопрос нужно лучше задать тем людям, которые слушают мою музыку.
Я не знаю, как так получилось, но и не хотел бы что-нибудь придумывать на эту тему. Твой первый двойной диск с видео. Ты там здорово крутишь пульт и используешь эффектор. Кстати, чья идея была разместить это видео на диске? Это была моя идея. Мне просто действительно нравится использовать все эти перемочки, железки. И я очень хотел, чтобы люди это видели и знали. Чтобы был диск более разносторонним, глубоким. Что, в принципе, и получилось, не так ли? В какой момент ты понял, что ты, ну, топ-диджей? Я не знаю. Я думаю, это произошло тогда, когда я начал играть просто один, и люди приходили ко мне и слушали. Знаете, когда я открыл свой сайт на myspace.com, тоже многое изменилось. В действительности я не знаю, я просто мог идти и играть в самых различных местах во всем мире. И люди приходили на вечеринку и слушали. Ну, согласитесь, здорово. Как это тебя изменило? Я стараюсь об этом слишком много не думать. Я просто счастлив. И счастлив от того, что способен делать то, что я делаю. Я все еще по-прежнему живу в Южном Хэмптоне, Великобритании, где я всегда и жил. Все мои друзья здесь, поэтому я считаю, что никак не повлияло. Слушай, я играл твой трек «I am a computer». Это настоящая бомба была в клубе. Как ты его записал? Ты пользовался синтезаторами или использовал какие-то VST или сэмплы? Тот трек я сделал в большинстве в Ableton Live и в такой программе, как Reason. Там есть, кстати, сэмплы, но в основном я использовал софт-синтезаторы программные. И те программы, которые, в принципе, любой человек может без проблем найти в интернете. Так что ничего особенного. Какое самое интересное выступление у тебя было? Ну, это, наверное, фестиваль «Exit» в Сербии. Там было какое-то сумасшествие. Собралось более 2000 человек в средневековом замке. И это впечатляло. Очень интересно. Еще мне нравится в Токио. Там есть удивительное место. Называется оно «Вомб». Там действительно очень прикольно. Это, пожалуй, самые незабываемые мои поездки. А ты являешься резидентом какого-то клуба, и где ты играешь больше всего? Я расквартирован на Ибице ежегодно. У меня есть маленькие пати на теплоходе в Южном Хэмптоне. Ты сказал, что имеешь сайт на myspace.com. Да, это myspace.com/jamzabella. Ты общаешься с твоими поклонниками? Да, я стараюсь. Я получаю довольно много сообщений и пытаюсь на все ответить, когда есть время. Кстати, у меня есть там объявление, в котором написано: «Хотите ли вы отправить сообщение мне?» И снизу есть ссылка на мой электронный ящик. Так что email — это способ со мной пообщаться. На официальном сайте «Пионера» имеется твое видео рекламное. Кто с кем вошел в контакт? Ты с ними или они тебя нашли? Они следили, они смотрели за моей карьерой и наблюдали несколько лет. Это была такая взаимная дружба. Я помогаю им с их оборудованием, а они помогают мне, давая свои железки. Я начал общаться с ними через диск-жокея из Австралии по имени Фил Кей, который просто им меня порекомендовал, сказал: «Послушайте его».
Фил просто превосходный диск-жокей, наверное, лучший в Австралии. Знаешь, ты герой для большого количества молодого поколения, которое даже уже и не помнит, что такое винил. Ты можешь дать пару советов, как стать успешным? Знаете, если у вас есть компьютер, вы уже можете писать музыку. Это очень хорошее начало, это лучший способ сделать альбом, который, ну, будут играть диск-жокеи. И вы уже можете заработать себе имя непосредственно. Жалко, если вы не делаете действительно что-то эксклюзивное, интересное. Стать диск-жокеем – это не лучший способ заработать себе популярность, поверьте. Мне просто повезло. Я был диск-жокеем, прежде чем начал писать музыку. Я думаю, что самый простой и легкий путь состоит в том, чтобы записать интересную музыку, которую будут играть другие. А что ты предпочитаешь помимо музыки? Кстати, на видео ты там катаешься на скейтборде с шлемом «Звездных войн». Ты являешься поклонником этого фильма? Это, конечно. Я очень люблю «Звездные войны». Я играл в «Звездные Лего 2» на моем Nintendo. Это круто. Да, я, кстати, фанат тоже. Хорошо, а что насчет скейтборда? Да, случается иногда со мной такое. Я катаюсь на скейтборде. Раньше я катался гораздо больше. А сейчас я себя ограничиваю, потому что я боюсь сломать руку. Время от времени я катаюсь и еще люблю сноуборд. А ты за модой следишь? У тебя есть любимые бренды? Не, я не модный человек, честное слово. Я обычно ношу бесплатную футболку от музыкальных лейблов. У тебя есть машина? Нет, у меня нет машины. Я езжу на общественном транспорте. Ты уже был в России. Ты можешь описать свои впечатления? У меня, знаешь, ностальгия. Это волшебное место. Очень здорово, что строение и архитектура остались такими же, какими они были ранее. Это очень красиво. И если честно, я не смог увидеть всего, чего я хотел бы. Что могу сказать? Люди в клубах очень дружелюбные, общительные. Мне приятно было с ними общаться. И я с нетерпением жду своего возвращения в Россию. Окей, Джеймс, thanks a lot. Что же, Джеймс, большое тебе спасибо. Мы тебя ждем в России. Нет проблем. Еще увидимся. Давай, хорошего вечера тебе. Окей, thank you. Talk to you later, bye. Thank you. No problem. Это был Джеймс Абелла. Напрямую из Англии он отвечал на вопросы в эфире «Радио Максимум». Напомню, еженедельно гостями «Электрошока» становятся топ-диджеи и музыканты планеты. На июнь у нас грандиозные планы. Обещает появиться голландский диск-жокей и музыкант Люсиен Форд, израильский музыкант Шломи Абер и американский электрохаус-бок Феликс Да Хаускет. В общем, не пропускайте «Электрошок-шоу» на «Радио Максимум». Rock your body. Made in Russia. Exclusive track on Maximum. Завершается электрошок-шоу на радио Максимум. Встречаемся еженедельно в воскресенье в 9 вечера. Кстати, в программе звучат не только лучшие композиции топовых признанных мировых музыкантов, но и работы российских саунд-продюсеров. Итак, следующий раздел Made in Russia. Сегодня представляю работу российского продюсера Промонова. Называется она Lady Boy. С вами в компании еще 10 минут DJ Север. DJ Север.
Заканчивается электрошок-шоу на радио «Максимум». Еще раз напоминаю, встречаемся еженедельно в воскресенье в 9 часов вечера. Позади трек от проекта «Промо-Ново», называется он «Lady Boy», а впереди лучшая работа недели. And finally, number one of the week. Электрошок-шоу на радио «Максимум» завершает лучшая работа, вышедшая на минувшей неделе. Таковым можно считать «Low Frequency» от Бини и Мартини в ремиксе «Gold Frequency». До сего момента в студии был диджей Руслан Север. Встретимся через 2 недели. Внимание, на следующей неделе программа выйдет в повторе. Связано это с моим отпуском. Я предлагаю вашему вниманию выпуск от 8 апреля с участием Паоло Моджо. Эта программа здорово, но шумела. О ней были хорошие отзывы, поэтому, собственно говоря, выбор пал именно на нее. Я же отправляюсь за летним загаром. Желаю вам мягкой подушки, теплого одеяла, всего самого хорошего. Диджей Север, радио «Максимум», аривидерчи. We'll be right back.
Only on Radio Maximum. Simon.